Привет, меня зовут Сергей, я из Яндекса, я делаю Яндекс.Почту. Прежде всего я хотел узнать, слушайте, а сколько из вас народу вообще на C++ пишет? Не очень много, да? Ну. А, хорошо. Кто делает бэкэнды на каком-нибудь Python там? Вот это вот все. Окей, а почему не C++? Почему не C? Ну окей, ладно. Мне просто интересно было узнать, рассказывать подробнее про разные вещи или нет. Ладно, я сегодня хотел, все рассказывали про, в основном про сам Postgres, про архитектурное решение вокруг Postgres, а я вот хотел рассказать сегодня про клиентскую библиотеку для работы с Postgres в C++. Вот такое сложное название, синхронный, типа безопасный, header only, бла-бла-бла, и еще C++ 17. Все очень модное, все очень новое, все очень хорошее. Значит, ну, немножко про почту. Мы с 2002 года существуем, у нас порядка 9 миллионов уникальных пользователей в день и больше 100 миллионов отправляемых, принимаемых сообщений в день. То есть у нас действительно есть большие нагрузки. Вот, нам приходится как-то масштабироваться. С Postgres мы связаны с 2014 года, после того, как перешли с Oracle. Вот. С Oracle у нас были проблемы, у нас была только возможность только работать с ним синхронно. Вот. А у нас большая потребность в асинхронной работе, поскольку синхронная работа очень плохо масштабируется, и как бы пул потоков хорошо быстро заканчивается, непонятно, что делать, когда закончился пул поток. То есть сервисы встают в локи, и, в общем, кошмар полный. Плюс, конечно, потребление ресурсов у многопоточных приложений, кого-то там тысячи потоков, гораздо выше, чем у, там, я не знаю, асинхронного приложения, у которого количество потоков ровно столько же, сколько количество ядер на вашей машинке. Вот. То есть это как связано с масштабируемостью. Асинхронно масштабироваться проще. Вот. И, собственно говоря, что такое OZA? OZA — это асинхронная библиотека для работы с PostgreSQL. Начало всей этой истории было положено, когда мы как раз переезжали с Oracle. То есть мы сделали первую версию асинхронного клиента, смогли наконец использовать асинхронное API, все здорово, все хорошо, мы получили опыт, мы получили проблемы, которые мы получили, архитектурные проблемы того решения, и решили вот сделать нечто новое, нечто лучшее, и, собственно говоря, сделать это в open source, чтобы этим могли пользоваться не только мы, но, соответственно, может быть, кто еще поконтрибьютит в это дело. Вот. Итак, OZA — это вот основанная на Boost Azio и, собственно говоря, LibPQ, Header Only библиотека. Ну, так как тут мало народу на C++ программирует, я просто немножко скажу, что такое Boost Azio. Boost Azio — это библиотека, которая предоставляет вам event loop для асинхронных операций. Вот, она скоро войдет в стандарт языка, поэтому на ней очень интересно что-то делать в этом плане. То есть для Python, для всех остальных языков много интересных решений. Для Go тоже это сам есть клиент. Что у нас есть в плюсах? Есть libpqxx, есть sqlpp11, есть libpqmxx, есть вот анонсированный недавно там где-то в сообществе pgfe. То есть все хорошо, у них есть минус большой-пребольшой, это то, что нету нормальной асинхронной работы. Вот. Плюс, честно говоря, еще один минус — это сериализация и десериализация типов, особенно сложных типов, особенно если вы используете композиты. Мы в почте очень хорошо используем композиты, массивы, массивы композитов, композиты массивов, массивов композитов, композиты из композитов с массивами из композитов, которые тоже из композитов, ну и так далее. В общем, все сложно. Вот. И нам, конечно, не хочется писать ручками сериализацию и десериализацию, нам бы хотелось просто написать пару слов о том, как у нас эти типы устроены, и пусть оно само как-нибудь это сделает. Вот, к сожалению, вот в этих библиотеках такой штуки нет.
Собственно говоря, вот это вот здесь отражены принципы, по которым мы строили наше решение. Да, это вот поддержка различных вариантов асинхронности. Собственно говоря, тот же самый Boostesio поддерживает несколько вариантов асинхронности. Это как классические колбеки, так и крутины, фьючи. Ну и, собственно говоря, там все, он расширяется, его можно расширить. Да? Стабильность за счет максимальной типизации. C++ у нас типизированный язык. Поэтому мы очень многие вещи можем отловить еще на этапе компиляции. Соответственно, то есть, это то, к чему мы стремимся, чтобы основные ошибки были видны именно во время компиляции, а не после того, как вы запустили приложение. У вас где-то там в рантайме какая-то проверочка не сработала, и, в общем, вы сидите и смотрите, и что же у вас сервис упал. Производительность за счет compile-time вычислений C++ развивается. Очень сильно развивается метапрограммирование, очень много интересных вещей появилось в последнем стандарте, и теперь очень многие вещи можно переносить именно в compile time. То есть у нас даже есть вот конструктор запросов, он делает запросы именно в конструирует сами запросы именно в compile time, то есть в рантайме там вообще ничего не делается. Ну, кроме, естественно, отсылки его на базу данных и так далее. Расширяемость за счет концепции. Концепции новый стандарт еще не завезли. Что вам позволяет концепция? Концепция вам позволяет как-то описывать тип, каким требованиям он должен соответствовать. То есть один из принципов, то есть вот этот принцип, он относится к чему? Он относится к тому, что мы хотим, чтобы пользователь мог расширить нашу библиотеку. И расширить ее неинтрузивно. То есть не делать коммит к нам, ждать там, пока пройдет ревью, а может еще и не понравится, что-то плохо ложится в архитектуру и так далее. Не надо этого делать, просто определяйте, реализуете концепцию и работаете с ней, и наслаждаетесь, в общем. Проработанная система ошибок в плюсах — это больная тема, потому что кто-то использует исключения, кто-то использует КД ошибок из Enama, кто-то там вообще какие-то недетерминированные значения, кто-то вообще строки использует. Вот. На самом деле есть стандартный механизм эрор-кодов, который позволяет классифицировать ошибки, сравнивать их и так далее. Вот. Мы, естественно, построили систему ошибок именно на нем. Ну и последний пункт, но отнюдь не самый неважный, это покрытие юнит-тестами. То есть мы постарались сделать очень хорошее покрытие юнит-тестами, чтобы контрибьюторы, которые захотели бы с нами работать, могли бы спокойно запускать юнит-тесты, делать какие-то изменения, опять запускать юнит-тесты, смотреть, что сломалось, что не сломалось и так далее. В общем, чтобы была хорошая, стабильная разработка. Вот. Про концепции ВОЗа есть, там достаточно много концепций, из них ряд просто обслуживающих внутренние механизмы. А для пользователя вот четыре основных концепции — это соединение, connection, connection provider, connection source и query запрос. Connection — это, собственно говоря, соединение, которое сохранит в себе контекст, да, соединения, то есть там handle от подлежащей липпеку и всякую информацию типа карты уидов, используемых кастомных типов и там подобные вещи, то есть то, что относится именно к соединению. Connection provider — это такая штука, которая создает соединение или берет ее откуда-то, например, там из пула. Да? А connection source — это та штука, это, в общем-то, стратегия того, как получить соединение. То есть установить его, взять ли из пула или еще что-то. А благодаря тому, что это концепция, в принципе, пользователь может реализовать совершенно интересные вещи, то есть совершенно разные стратегии retry, совершенно разные стратегии обработки ошибок, совершенно разные стратегии фуллбеков и так далее. А query, почему запрос стал такой концепцией? Потому что у нас у самих есть проблема, у нас есть текущее решение, оно несовместимо, естественно, с этим. Вот, дабы его аккуратно интегрировать по частям, мы, вот, допустим, систему запросов оставляем прежнюю, а сам, собственно, движок отправки запросов, обработки запросов, сериализации, мы используем уже ОЗА. То есть в этом случае, если у вас есть свой любимый конструктор запросов какой-то, или вам чем-то наше не нравится, вы хотите написать свой, то, пожалуйста, там две функции, и ваши запросы работают с ОЗА. Прям. Вот. Вот простой пример. Я понимаю, что для людей, которые не работают с C++, он может не говорить, но тем не менее я хочу что сказать. Я хочу сказать, что это достаточно просто. Я здесь даже не вырезал строки
которые, собственно, запускают event loop. Поэтому, то есть, сделать запрос достаточно просто с такой штукой. И это одна из наших целей, чтобы за простые вещи не надо было платить сложным кодом. Простые вещи должны делаться просто. Сейчас пример посложнее, я на нем просто постараюсь быстренько-быстренько рассказать, что у нас происходит во время запроса и как что реализовано. Вот, в примерчике мы получим несколько полей из таблички, передадим параметр в запросе и воспользуемся пулом соединений, ну, как взрослые люди, чтобы не устанавливать соединение на каждый запрос. Вот такая простая табличка. Я не DBA, не разработчик баз данных, поэтому вот это то, что я смог придумать. А вот это уж запрос посложнее. Здесь, конечно, часть кода вырезана. Но тем не менее, давайте прям быстренько-быстренько. Здесь как раз создается провайдер соединений. То есть для того, чтобы это сделать, мы создаем сначала connection source. Это обычный connection info, который создает соединение с помощью строки подключения. Вот. Дальше мы его передаем в connection pool, потому что мы хотим использовать пул соединения, а пул соединения должен знать, как сделать соединение. И дальше мы делаем connection provider. Это такая штука, которая уже сама непосредственно делает соединение. Тут дело вот в чем. Так как мы хотим это делать асинхронно, нам нужно использовать event loop, и нам надо как-то все эти асинхронные операции привязать к event loop. Вот провайдер это делает, собственно говоря. А дальше мы делаем вот такой вот простенький запрос. На самом деле он немножко тут обманчив. Вот там в конце стоит параметр. Он выглядит как конкатенация в строку или там сериализация в строку. На самом деле нет. Этот вот параметр будет передан прям отдельно, честно. int64, то есть bigintom. Вот. Дальше нам куда-то надо получать результаты нашего запроса. Вот, нам нужно сделать такую конструкцию. Это на самом деле некоторый шоткат над стандартными типами. То есть можно использовать стандартные типы. То есть, опять же, одна из целей — это то, чтобы с ОЗА можно было использовать по максимуму стандартные типы, а не завязываться на какие-то типы и не делать из ОЗА какой-то фреймворк, который вам диктует, как строить ваше приложение и какие типы в нем использовать. Значит, смотрите, это тут семантика, наверное, понятна. Это, то есть, мы делаем контейнер, который содержит в себе строки ответа. Да? Вот. И здесь одна важная штука. Мы должны соблюсти как бы порядок полей в запросе и порядок типов в строке ответа. На самом деле этого можно избежать, я покажу позже как. Дальше вот здесь есть std optional. Для тех, кто не знает, C++ std optional — это шаблон, который позволяет вам делать типы с null состоянием. То есть если у вас строка — это тип без null состояния, да, то optional может быть не инициализированным. И как раз это нам позволяет эмулировать null из базы данных. То есть там в табличке, если помните, там name был полем, к которому допустимо значение null. Вот надо такую штуку сделать, потому что иначе можно в рантайме получить ошибку, если null придет. Дальше непосредственно выполняется запрос. Собственно говоря, в функцию передается провайдер, в функцию передается запрос, в функцию передается, куда поместить результаты запроса. И useFuture — это тоже стандартное значение такое в ASIO. Это, то есть оно нам говорит, давайте использовать future. Вот. Это просто для простоты. Я покажу, что можно использовать дальше. Ну и дальше мы вот подождали, получили запрос. Ну и распечатываем его на консоль, собственно говоря. Вот. Как выглядит несколько запросов в одном соединении? Оно выглядит вот примерно так. То есть на самом деле соединение само по себе является провайдером, так как оно может поставлять себя. Вот. И это тоже дает вам определенную гибкость в том плане, что вы можете реквест вызывать как для какого-то connection провайдера в виде пула, так и просто для соединения. Вам нужно сделать все в одном соединении, вы удерживаете соединение и делаете в нем несколько запросов. Все достаточно просто. Вот. Для людей из мира интерпретируемых языков и языков со встроенной рефлексией, наверное, такого вопроса может и не быть, как не следить за порядком полей. Но вот в C++ интроспекцию не завезли, поэтому
тут приходится прибегать к некоторым сторонним решениям в виде, например, вот библиотеки Boost Fusion. Boost Fusion — это тоже библиотека из часть библиотеки Boost большой. Что она позволяет делать, помимо того, что она позволяет соединить между собой мир метапрограммирования и мир рантайм-программирования, она позволяет также сделать, добавить рефлексию в язык, то есть снабдить структуры информации о них, то есть как, ну, грубо говоря, имя поля получить можно через нее, потому что в плюсах пока этого нету. Вот. Соответственно, с помощью Boost Fusion адаптируется структура. Это может быть как вот в данном случае это просто определение структуры в макросе, так можно и любую другую структуру просто адаптировать другим макросом. То есть оно не интрузивно совершенно. Вот. Соответственно, теперь нам все равно, какой порядок полей в нашем запросе, но нам теперь важно, чтобы имена совпадали, естественно. Тут ничего не поделаешь. Каждый выбирает для себя, что ему удобнее. Вот. Ну и, соответственно, контейнер для результата запроса — это просто вектор, содержащий вот такие вот структурки. Все просто. До этого все примеры относились к ожиданию, когда будет исполнена фьюча, когда будет исполнен, точнее, промис и выставлена фьюча. Вот. Как не ждать? То есть как делать реально асинхронный код? То есть мы ВОЗа поддерживаем все то же, что поддерживает Азио. А это кулбеки, это крутины, ну, почти честные за счет переключения к это самое, контекста. Это фьючи. Ну и, собственно говоря, там механизм кастомизируемый, поэтому если у вас какие-то есть свои примитивы синхронизации, какие-то свои там, допустим, event-лупы, которые с этим надо интегрировать, в принципе, можно все интегрировать через механизмы Boost Azure Async Completion. Он документирован, можно пользоваться. Вот. Ну, то есть вот пример с callback'ами. То есть это обычный callback, который принимает в себя error-код и, собственно говоря, соединение. Причем он принимает еще все соединения, я чуть попозже расскажу. Собственно говоря, если никаких ошибок не получилось здесь, мы просто вот выводим на экран нашу любимую структурку. С корутинами выглядит все интереснее, потому что корутины нам позволяют писать практически синхронный как будто бы код, да? Все очень удобно. Вот. С фьючами, ну, фьючами, да, мы можем тоже сделать какую-то степень асинхронности, но скорее параллельность. То есть мы можем что-то поделать свое, потом подождать, когда фьюча будет выставлена, либо она уже была выставлена, и взять результат из нее. Как обработать ошибки? Значит, мы используем error-код, но у него есть один большой минус, он не имеет контекста. То есть, грубо говоря, error-код — это у вас некоторый код ошибки, да, числовой, плюс класс этой ошибки и статическое сообщение, основанное на коде ошибки. Конечно же, при работе с базой данных, где у вас могут быть синтаксические ошибки или какие-то другие контексты зависимой ошибки, это неудобно. Но, к сожалению, там ничего нету. Поэтому нам приходится это все передавать, как и, собственно говоря, в LPQ через соединение. Соединение дает доступ как к ошибкам LPQ нативным, так и дополнительный контекст ошибки от самой библиотеки ОЗА, поскольку мы очень много накушались того, что информации об ошибке зачастую не хватает, поэтому очень хочется положить какой-то дополнительный контекст, чтобы не тратить кучу времени на то, чтобы воспроизвести ситуацию, в которой произошла ошибка. Вот. В случае с callback'ами все очень просто. Проверяется ошибка. Если она есть, то вот, ну, тут в данном случае выводится какое-то сообщение в CRR. С корутинами тоже достаточно все просто. Тут есть некоторые подводные камни относительно от того, как использовать yield-контекст, но если вам будет интересно кому-то из C++ разработчиков, я это расскажу поподробнее, потому что, ну, наверное, основная аудитория не так в этом заинтересована. Но тем не менее, то есть все достаточно просто.
Это я к тому, что если хотите писать что-то высоконагруженное, можно и на C++ это делать, не обязательно Go. Вот. А дальше то же самое с std future. А, значит, теперь поинтереснее запросы и параметры, потому что, вот, собственно говоря, эта штука, которая позволяет, во-первых, вот эта иллюстрация того, что нужно сделать для того, чтобы ваш любимый конструктор запросов работал с ОЗА, то есть две функции надо определить. Первая функция должна вернуть текст запроса, а вторая функция просто tuple из параметров этого запроса. Вот. Что у нас есть в ОЗА? Вот статический запрос с помощью встроенного query builder. То есть запрос, его текст, его структура, они составляются в compile time. То есть даже конкатенация строки не будет в рантайме. То есть тут практически никакого оверхеда нету. Вот. Есть еще такая штука, как динамический запрос из файла. Что это значит? Это значит, что у вас в одна из библиотек, вот, которую я показывал, она умеет это делать, я не помню какая тоже. Значит, смотрите, то есть вы в коде указываете тип запроса, говорите, как он называется, и говорите, какие параметры он принимает. А текст запроса, он погружается из файла. Значит, чем это удобно? Тем, что вам не надо пересобирать ваш код для того, чтобы, допустим, оптимизировать запрос в рамках тех же переменных. Вот. Вам не надо рвать волосы на голове, когда ваш запрос начинает тормозить и складывать кластер. Вы просто можете его поправить или там что-то с ним сделать. Опять же, в файле конфигурации может быть метаинформация о том, куда ходить мастер, реплика и так далее. Вот. Мы это используем, нам это спасало жизнь. Это очень хорошая штука. Вот. Поэтому можно определить запросы в исходных файлах. Можно написать вот такой вот текст, вот такой вот файлик с текстом запроса. Мы учли свои ошибки. В этот раз формат файлик — это просто SQL с комментариями, который просто замечательно подсвечивается всеми редакторами и снимает много головной боли, потому что текущий формат, который мы используем, он далек от этого, и никакой поддержки редакторов для него, к сожалению, нету. Вот. Дальше создается репозиторий таких запросов, который умеет читать этот файлик. И, собственно говоря, чтобы сделать запрос, надо специфицировать тип запроса, ну и параметры, которые передаются. Вот. Это, конечно, все в рантайм, но, в принципе, риски, опять же, риски от того, что файлик какой-то не такой, можно уменьшить, и этим мы сейчас пользуемся. То есть делайте простой тестик, который, тестовый файл, который у вас принимает, тестовую программку, извините, которая у вас принимает файлик конфигурации, запускаете ее, она там выдает ошибку, если что-то с файликом не так. То есть у нас есть такая штука, она прям работает вместе с юнит-тестами приложений, которые используют библиотеку. Вот, то есть очень удобно, ошибки отлавливаются очень хорошо, потому что еще давно-давно, когда мы жили на Oracle, у нас тоже такая же была архитектура по отдельно файлу с запросами, отдельно приложение, и там не было никакой верификации, и ой, очень было больно, когда в рантайме что-то происходило, а что очень сложно было разобрать, потому что ну, вот формат запроса не совпал, количество аргументов не совпало и тому подобное. Далее. Что происходит с запросом во время вызова request? libpq принимает для отправки текст запроса и, собственно говоря, бинарное представление его параметров. Вот при вызове request, собственно, происходит конвертация того, что получается от запроса в бинарное представление. Там есть еще простор для оптимизации по передаче строк и так далее. Вот. Ну, мы стараемся это сделать, стараемся избежать ненужного копирования, потому что копирование — это дорого, особенно копирование больших данных. Вот. Еще очень хочется сказать то, что отправка запроса в ОЗА, она асинхронная. Дело в том, что многие библиотеки, которые заявляют якобы асинхронность, они отправку запроса делают синхронным, поскольку так написано в мануале по libpq, там написано, что ну, у вас обычно там немного данных, вы как бы не заметите того, что у вас там где-то что-то блокируется. Вот. У нас в запросах бывает много данных, мы замечаем, что там где-то что-то блокируется. К сожалению, в первой версии мы повелись на это. Но вот во второй больше нет, больше не покупаемся на эти слова. Дальше, для того, чтобы разработчику не нужно было ломать голову,
какой параметр пришел, как его преобразовать и так далее. У нас есть система типов и есть интроспекция, вот, построенная как раз на адаптированных типах Boost Fusion, и планируем Boost HANA еще поддержать. Там есть проблемки, но мы их решим. То есть мы из коробки поддерживаем основные встроенные типы через стандартные типы C++. Эта штука на самом деле расширяемая, то есть даже если мы не покрываем какие-то типы, пользователь легко может добавить свои, не модифицируя библиотеку. То есть какие-то там экзотичные, вот недавно добавили для бенчмарка тип name, хотя он нам, в общем, особо нигде и не нужен. Ну, это очень легко делается. Вот. Также система типов поддерживает расширение пользовательскими типами. Что это значит? То есть у вас есть, допустим, в вашей схемке какой-то композитик, который там называется «мой любимый композит». Да? Вам его надо как-то отобразить в C++. Вот. Вы, конечно, в C++ тоже делаете «мой любимый композит», примерно с таким же набором полей. Ну, не примерно, а с таким же. Вот. И дальше что происходит? Дальше вы получаете по бинарному протоколу это все дело и должны преобразовать его в бинарное представление уже программы. Вот. Подводный камень какой? Подводный камень заключается в том, что вы должны быть уверены, что вам пришло. Да? Для этого используется система УИДов для типов. Вот. И, собственно говоря, OZA проверяет, когда приходит ответ, совпадает ли УИД. Если не совпадает, то это ошибка. Вот. Чтобы узнать АИД кастомного типа, в отличие от встроенных, встроенные АИДы встроенных типов, они где-то там в сорцах находятся и, по-моему, даже не меняются особо. Вот. Поэтому их можно просто вот не запрашивать, и мы их не запрашиваем. А для кастомных типов УИД, вообще говоря, отличаются между инстансами баз данных, и поэтому при установке соединений, если вы спланируете использовать свои типы какие-то, то вы их указываете там специальным образом, и библиотечка их запрашивает их УИДы. И, собственно говоря, этим осуществляется гарантия типа безопасности передачи по бинарному протоколу. То есть мы следим за тем, что получаем и что отдаем. Вот. Собственно говоря, как расширить систему типов? Систему типов расширить не просто, а очень просто. Есть вот такой вот макрос, который скрывает под собой boilerplate. К сожалению, тут без макроса очень сложно из-за отсутствия рефлексии в C++ встроены. Поэтому вот такая вот штука. То есть это вот адаптация UUID. То есть первый параметр — это тип C++. Второй параметр — это имя типа в Postgres. Дальше надо указать аиды для встроенных типов, либо нулевые, если этот тип не встроенный, а кастомный свой. Ну и размер для статических типов. Размер тут используется для контроля того, что этот самый тип в C++ бинарно подходит под типы Postgres. Дальше, если у вас какой-то очень интересный тип, и вы хотите переопределить, как его преобразовывать в бинарный формат, и из бинарного формата, то это тоже есть точки кастомизации. Можно переопределить шаблоны и получить, собственно говоря, то поведение, которое вы хотите. Это то, к чему мы стремимся, чтобы пользователь мог максимально под себя построить библиотеку. Вот. Итак, что представляет библиотека из себя? Например, для пользователя, ну, тут опять же асинхронный интерфейс, интроспекция, чтобы не нужно было ручками преобразование делать, type safety, собственно говоря, вменяемая система ошибок, конструкторы запросов, таймауты, есть транзакции, правда, не в виде фреймворка, а в виде просто объекта, который следит за тем, чтобы у вас например, в пул не вернулось соединение с висячей транзакцией. Вот. Compile-time конфигурированная статистика, сейчас ее нет, но она будет, и мы над этим работаем, потому что мы не хотим, чтобы пользователь платил за то, что ему не нужно, поэтому там можно будет указать, какую статистику вы хотите собирать, и, собственно говоря, оверхед будет исключительно вот на эту вот статистику, более ни на что. Вот. Ну и расширяемость за счет концепции, за счет кастомизации. А для контрибьютора у нас есть юнит-тесты, у нас есть интеграционные тесты, все это запускается автоматически при пуше pull-реквестов, все это можно запустить локально с помощью докера. Общее покрытие тестами у нас сейчас порядка 98%, вот, что с одной стороны пугает, с другой стороны очень хорошо пугает тем, что если вы там убираете код, покрытый юнит-тестами, у вас падает процент покрытия тестами, и вас уже код-коверидж система не пускает замержить свой pull-регресс, потому что, ну, извини, упал покрытие тестами.
Вот такая вот ситуация. Но с другой стороны, я рад, что у нас такое большое покрытие, потому что разработчик может сосредоточиться не на мыслях о том, а что я могу сломать, а на мыслях о том, как я хочу это сделать. Вот. Ну и, как я уже говорил, докер-образы для сборки и запуска тестов. Мы сейчас, на сегодняшний день мы поддерживаем Linux и поддерживаем macOS. Вот. С Windows там проблемы, к сожалению, есть определенные. В частности, мы используем BoostHAN, а они там кое-что не умеют пока еще. Но вроде как к осени обещали, что Microsoft-овский компилятор уже сможет компилировать HANU. Вот. Наши ближайшие планы — это документация, прежде всего, потому что без документации сложно разбираться в чьих-то продуктах. Вот. То есть у нас есть README, у нас есть HowTo, у нас есть генерируемая из DocuSigena документация. Вот. То есть мы ее продолжаем улучшать и, собственно говоря, делать более юзер-френдли, более приятный для чтения, просмотра и более информативный. Prepare statement будем делать обязательно. Интроспекция композитов, она сейчас у нас в работе. Там есть нюансы, особенно связанные с тем, в какой последовательности поля в композитах расположены. Это еще надо будет как-то решать. У нас есть фреймворк, у нас будет фреймворк для ретраев, потому что у нас используется несколько разных систем ретраев, и мы, конечно, будем их выносить в этот проект, потому что там ретрай на мастер, потом ретрай на реплики и так далее. То есть несколько разных стратегий. Вот. Система сбора статистики, то, о чем я говорил недавно. Построчное получение результата обязательно будем делать. Сейчас его нет, но мы его используем, поскольку у нас есть тяжелые объекты, которые вытаскиваются из базы данных и вытаскиваются в большом количестве. И поддержка нотификации тоже будем делать. Собственно говоря, контакты. Приходите к нам на GitHub, контрибьюйте. Кто еще не пишет на C++, начинайте писать на C++, приходите к нам и контрибьюйте. Вот. Почитайте документацию. C++ — это здорово, особенно на хайлоуде. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, спасибо, то да. Я с удовольствием отвечу. Вот есть вопрос? Да. Все-таки в раппер обертку под питон планируется в планах? У нас это самое. У нас есть один коллега, который порывается заврапить его под Python. Но я боюсь, что смысла мало, потому что, собственно говоря, в Python уже есть решение. И у нас, правда, есть бенчмарки. Там Рома сидит, у него потом можно спросить, что он там получил. Он не успел еще опубликовать результаты, вот, лучше мы или хуже. То есть я не уверен, что там имеет смысл биндинга в Python, потому что очень много основано именно на compile time. А в Python мы не можем же compile time никак интегрировать. И поэтому я думаю, мы просто потеряем все преимущества и как бы будем ничуть не лучше, чем уже решение, которое есть под Python. То есть... Спасибо за доклад, интересно очень. Вопрос, массовые вставки? Массовые вставки? В Postgres, да. В вашем фреймворке какая-то отдельная поддержка или работа с ними? Пока ничего такого не могу сказать. У нас специфика такая, что мы стараемся не использовать... модифицирующие запросы в плане того, что мы стараемся использовать для модификации метаданных функции, именно хранимые функции базы данных, для того, чтобы как-то сосредоточить те места, которые могут нарушить консистентность, поскольку база все равно не нормализованная. Вот. Поэтому у нас как бы массовых ставок как таковых нету. Но не используете, да? Не использую. Поэтому если есть какая-то заинтересованность, то welcome. И как бы... Я дотнетчик. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. C++ лучше. Можем потом обсудить. Можем, да. Спасибо за доклад. Интересно узнать, были ли какое-то результаты хождения по граблям при написании
А при работе с бинарным протоколом Postgres было ли такое? Хождение по граблям. У нас единственные грабли были... У нас много граблей было с текстовым протоколом, на самом деле, потому что когда мы пытались расквотить вот этот вот композит внутри композита плюс значение с этими самыми сэкранируемыми символами и так далее, то есть, по-моему, месяц пытались парсер написать, потом плюнули, перешли на текстовый протокол, сохранили. И на текстовый или на бинарный? Ой, на бинарный, да, перешли на бинарный протокол, и тем еще сэкономили проценты там CPU на баске. Единственное, что мы получили с бинарным протоколом, какие проблемы на текущий момент, это то, что у нас текущее решение, оно не смотрит на OIDы. Вот. И там единственный как бы, минус был в том, что разработчик написал, выбирал поле интовое, а принимал строку. И в строку он получал, конечно, что-то очень странное. Вот. Он забыл в стринг скостить в запросе. Вот. А так пока нет, пока каких-то серьезных проблем не огребали. А просто когда последний раз я смотрел документацию Postgres, бинарный протокол был в эту часть, он был не очень документирован и было непонятно. Это правда, да. С документацией вообще все очень сложно, особенно начиная с документации асинхронного протокола. Это вообще тоже отдельная история, потому что как бы описание его общими словами, оно немножко это, оно заставляет лезть в другие реализации, смотреть, а как же народ делает. Вот. И как бы, в исходнике вот это вот все. Ну, то есть, мне кажется, конечно, что разработчикам Postgres надо вот этот момент получше описать, потому что, реально ты вот сидишь и думаешь, а правда ли так? А правда ли так? Потом, тебе надо лезть в этот самый, в исходники. Но лезть в исходники — это тоже не всегда лучший выход, потому что ты потратишь время на том, чтобы разобраться в исходниках. Много времени на то, чтобы разобраться в исходниках. И можешь не разобраться все равно. Вот, поэтому, с документацией не очень хорошо, но, тем не менее, пока все работает. Просто у нас в Авито как-то стопудово у кого-то были проблемы с бинарным протоколом. Сейчас, может, кто-то вспомнит даже. Но я вот прямо сейчас из головы, к сожалению, вылетел. Спасибо, интересно. Спасибо и за доклад, и за библиотечку. Два вопроса, наверное. Десериализация хэшей и постгрессовых, и JSON-а. Есть ли, если нет, то планируется ли? Нет, сейчас нету. Но вы, в общем, у себя не используете? Мы нет, не используем. H-Store? Но это, собственно говоря, там... В мапку. А? В плюсовую мапку перекодировать. Было бы забавно. Наверное, да. Но просто мы как бы это особо не используем, поэтому сейчас такой задачи нету. Но я говорю, опять же, мы, как говорит один мой коллега, мы хотим дать удочку. Окей. И с оидами. То есть правильно ли я понял, что сейчас в рантайме запрос, который выбирает по типу оидов, не уходит? То есть вот эта библиотечка, она сама не генерирует запрос, типа получить оид такого-то типа? Или генерирует? Для встроенных типов, у которых уиды прямо в сорцах задаются, она не генерирует поход. А для невстроенных? А для невстроенных, да, будет поход. Потому что в какой момент он сгенерируется? Когда мы подключаемся, мы выберем все оиды, которые нам нужны. Значит, там следующая штука. Там, когда конструируется connection source, ему говорится, с какими типами это соединение должно уметь работать. То есть мы явно перечисляем типы, которые нужно выгрузить. И это нам позволяет в compile-тайме, во-первых, в compile-тайме контролируется, какие типы в запросе вообще участвуют. И в случае, если появляются типы, которые не указаны в connection source, то будет ошибка компиляции. И, собственно говоря, мы коннектимся, мы будем запрашивать у UID этих конкретно вот этих типов и, собственно говоря, с ними жить. Это на каждое подключение? Это на подключение, да. Потому что мы не знаем, что изменилось между подключениями. Угу. Опять же, кто-то выкатил какие-то там апдейты и вообще все подропалось. Да, понятно. И новые UID получились. То есть, смысла шарить между соединениями, наверное, мало. Наверное, да. Опять же, там на самом деле можно кастомизировать. Это место сложно, но можно. Спасибо за доклад. Интересная штуковина. Я сходу скажу слово в защиту документации Postgres. Мне кажется, вы ошибаетесь. Если детально, внимательно читать ход мысли,
то однозначно выходишь на алгоритм обработки асинхронных запросов. Я просто это делал, я прошел этот путь и обошелся только библиотекой без других примеров, поэтому я бы не сказал, что так проблематично. Вот. Тоже хотел поинтересоваться по поводу бинарного протокола, но вот ребята уже спрашивали, видимо, вы покрыли далеко не все типы, и непонятно, как вы собираетесь это делать и что делать тем пользователям, которые хотят использовать другие типы, в том числе пользовательские, массивы, JSON и так далее. Видимо, также через строчки гонять. Не-не-не-не-не, почему через строчки? В смысле нет. Массивы, во-первых, массивы работают из коробки. Массивы чего? Массивы чего? Я об этом и говорил. Да. Массивы чего попало бывают. Ну да, нет, почему они будут типов работать, если это самое, если сам тип описать, то массивы к нему автоматически вот подтягиваются. Как? То есть может человек захотеть сесть, описать тип, чтобы он уложился в бинарное представление JSON? Ну, наверное, да. Я, честно говоря, не знаю, там есть такая механизма, да? Ну да, я сейчас я вот вернусь. Во-первых, что, то есть первая точка кастомизации — это вот само определение типа, да, это то, на он говорит. Мы сейчас смотрим на плюсы, на то, что завязано на клиентский код, а есть Postgres со своим представлением того, как нужно хранить JSON. Я, может, не то спрошу, а вот я не совсем понимаю, как JSON можно из этой строчки. Вообще JSON есть там? Нет JSON как такового общего вида. Мы не поддерживаем. Ну да, ну. Вот. Но, то есть довольно странная, очень ограниченная реализация. Опять же, предположим, речь идет о бинарном протоколе. Postgres возвращает нам массивы данных с таплами, и потом вы из их переколбашиваете фишные вот эти вот массивы, которые Postgres еще описывает, и тем еще дублируете данные перед тем, как освободите ту память, которую LibPQ выделил. Ну, там, во-первых, это самое, если говорить о типах не строчках, да, то int это все равно приходится конвертить из. Ну, просто вот вы пошли путем compile time, да, вот C++ 17, который в продакшн неизвестно, когда придет, на самом деле, потому что это очень все медленно происходит. А чем пожертвовали, как бы, ну, сомнительный выбор, может быть, имело смысл более качественно использовать то, что дает LibPQ, ну или свою реализацию протокола сделать, потому что пока вообще непонятно, как это использовать достаточно хорошо. А, кстати, ваш задел на построчную обработку выборки, он, ну, ничего не получится, короче. Потому что это крайне медленно работает. Крайне. То есть, как бы, по сути, по своей, да, изначально по логике, да, предполагается, что этот режим работы нужен для того, чтобы обрабатывать огромные выборки. Ну, казалось бы, зачем это нужно, да, чтобы по частям, потому что иначе придется залить всю выборку целиком в себе в память, потом что-то там с ней сделать и уже освободить. И чтобы избежать этой проблемы, мы якобы имеем такой функционал. На самом деле он не работает, потому что невероятно активно он освобождает и выделяет память, и просадка в производительности, ну, на порядке. То есть та же самая выборка, которая могла бы быть, она делается, ну, ну, катастрофически более медленно. То есть единственный вариант пока что это только там с помощью копий выгружать данные, потом их там парсить, да, и это будет существенно быстрее. Это практика, я, то есть, попробовал, у меня есть реализация, и она вот работает так. И единственное, что я вижу, это поконтрибьютить в LibPQ с тем, чтобы можно было батчами делать не по одной строчке, чтобы LibPQ выдавал выборки, а там, ну, по 1000, например, или по 100 000, ну, кастомно. И вот это первое направление, в которое вам имеет смысл податься. Потому что если вы попытаетесь однострочно все делать, то можете сразу даже не пробовать. Ну, насчет сразу даже не пробовать. Ну, попробуйте, попробуйте. Нет, ну, в смысле, мы это используем, мы в курсе проблем, что это медленно, что
Если вдобавок, если мы еще пытаемся делать какую-то попытку стриминга, то еще со стримингом там может коннект долго держаться, может транзакции долго держаться. Понятно, это все понятно. Но это просто механизм, который может кому-то пригодиться. Может, кому-то нужно именно построчное получение, а не там офигительная скорость работы. То есть каждый вправе выбирать для себя. Никто же не навязывает это. То есть можно работать так, можно работать по-другому. Никто можно, но кейсы знаете, где можно применять? Построчную выборку. Ну, кроме вот обработки огромных выборок, там, где много-много-много данных, много миллионов таплов. Ну, мы вот на тяжелых данных используем, которые действительно вот это самое. Ну, то есть на жирных данных. Ну, где можно медленно, окей, да? Ну, короче говоря, если бы вы контрибьютили в батче, я бы даже, может быть, тоже поучаствовал, это было бы полезно. Тут я, может быть, подумать. Еще так немножко скажу, что был вопрос тоже подобный. Делаете ли вы массовую загрузку данных? Угу. Да? Получилось, что не делаете, а обратно массово, получается, выгружаете. Тут, нет, это про копию команду, скорее всего, подразумевалось. Да, ну, конечно. Это другая история, также, там все другой, нормально работает. Нет, ну, редко нужно на application какие-то гигабайтные датасеты или все-таки... Да нет, ну, типовая задача там импорт и экспорт данных там. Вот, но если нету импорта, то, наверное, не предполагается, что есть экспорт на гигабайты. Ну, то есть, что... речь не просто об импорте и экспорте, а когда нужно выборку, прежде чем куда-то сохранить, обработать вот этот огромный массив, преобразовать. То есть можно выплюнуть копию, потом преобразовать, а можно, хотелось бы, да, написать какой-то короткий код, который бы это сделал, но, блин, построчно не работает. Ну, то есть работает, но крайне медленно, на порядке медленней. Я думаю, что Сергей рассказывал все-таки больше про какую-то систему, там, не знаю, real-time, там, OTP, что-то такое. Вот это вот для этого же. Это не для. Ну, нет, не, да про нет, речь не об этом. Не про выгрузку. А еще вот выборка, она обязательно должна разработчикам быть описана нужной структурой. То есть динамически там какую-то меняющуюся выборку не вариант получить. А, в смысле, динамически меняющуюся выборку. Другой запрос отработал с другим количеством столбцов, с другими типами. Мы получили некую выборку, и там программно подумали, где что лежит, и скастили к тому, чего нужно. Но это не то, для чего мы делали библиотеку. Ну, специализированная такая вещь. Это не наш кейс, но тем не менее... Ну, понятно, я услышал. Да, у нас есть доступ, в принципе, библиотека предоставляет доступ к ответу в его бинарном виде. Можно так делать. Предоставляет доступ к ответу в бинарном виде, а у вас уже преобразованное. Не-не-не-не-не, наше. Ради бога. Можете не использовать преобразование ОЗУ, можете свое делать. Ну, в общем, я понял. Ладно, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, есть еще вопросы? Вопросы заканчиваются. Спасибо, Сергей.